Привет всем, друзья! В этом выпуске я покажу, как сделать декоративный красивый ветряк для огорода. За основу самоделки я взял баллон от дезодоранта. Нужно обязательно убедиться, что баллон пустой. Распылитель с баллона снять. Верхнюю трубочку пассатижами откусить. В клапане просверлить сквозное отверстие. Также просверлить отверстие в центре дна баллона. Верхнюю часть баллона нужно отрезать, отступив от каемочки 0,5 сантиметра. Пассатижами клапан вместе с трубочкой вырвать. Нижнюю часть баллона нужно порезать на лепестки. Для точности реза я баллон немного сгибаю и по изгибу делаю рез. Резать нужно не до конца, приблизительно оставив 1 сантиметр. Также разрезать с противоположной стороны. Теперь немного согнуть баллон по разрезанным линиям и по изгибу резать. Сейчас нужно резать на глаз, рассчитав две равные стороны. Также порезать остальные лепестки. Нарезанные лепестки выгнуть, немного подогнув их все в одну сторону, задав им аэродинамический наклон. Верхнюю часть баллона вставить в лепестковую часть и руками ее туда вдавить. При необходимости лопасти поправить. Кусок стальной проволоки согнуть буквой «Г». Возле изгиба намотать изоленты. Теперь понадобится пару шайбочек, их нужно нанизать на проволоку. Сквозь просверленное отверстие ветряка проволоку вставить. Недоделанный ветряк уже заработал. Чтобы лопасти не улетели, нужно закрепить, намотав изоленты в начале проволоки. Ветряк изолентой примотать к арматуре. Арматуру с ветряком воткнуть в землю. Он сразу начал свою работу. Наполнил солнечными зайчиками целый огород. И вы сделайте своими руками такую самоделку. Кому видео понравилось, оцените лайком. Не забудьте подписаться.